Друзья, добрый день. Меня зовут Лосинок Евгений. Я генеральный директор сети Weekend Touristics. Сейчас мы находимся между Сетонией и Кассандрой. И осматриваем отель Кроун, поселок Псакудия. Небольшой бар. Это ресепшн объединенный. Главный ресторан. Работает он до 22:00. Покушаем сегодня там. Я вам скажу, покажу, что там дают на ужин. Сейчас анимация танцы. Отель небольшой, на первой береговой линии находится. Давайте сходим на пляж, посмотрим. Пляж находится через дорогу. Какой здесь пляж? Там может быть ветрено, поэтому ничего прокомментировать не смогу. Начало немножко так подштармливать, штормить. Смотрите, здесь есть дорога, которая проходит между отелем. Лежаки, шезлонги, как они сказали, на данный момент они, если вы покупаете, они входят в стоимость. Но эти концепции вы лучше каждый раз уточняете у своего менеджера бронирующего, потому что все это может меняться. Сегодня так, завтра будет по-другому. Волейбольная площадка у них есть, зонтики, шезлонги, здесь много всего. Вход в песок и чуть-чуть гальки. Вот смотрите. Отель называется полностью, видите, Кроунвилл Ресорт Сермилия. Это весь отель. Он небольшой. Номер 303. Значит, что у нас здесь есть? Кровать дополнительно. Одна большая кровать. Отлично. Балкон. О, балкон громадный. Смотрите, какой большой балкон. Отлично, с боковым видом на море. Покрытие здесь у нас плитка. Кондиционер у нас центральный, плазменный телевизор. Есть холодильник. В холодильнике у нас пусто. Это не концепция all-inclusive, поэтому... Ванная комната, два халата, тапочки, раковина, фен. Душ обычный, кабинка. Все в плитке, мне все нравится. Все чисто, аккуратно. Хороший отель. Вот, пожалуйста, вам сейф. Шкаф для вещей. Значит, главный ресторан. Здравствуйте. Значит, сейчас посмотрим, что у нас здесь дают. Греческий салат, салаты, красная рыба, лосось копченый, пожалуйста, сыр, клубника, сациги, мясо, open please. So, this is гирош, шевет из кита, сациги, this is йогурт with garlic and cucumber. Окей. Картошка фри. Макароны. Соус а-ля крем. И соус наполитен. Thank you. Десерты, пожалуйста. Фрукты. Есть клубника.
что очень круто. Ну вот, в принципе, и все.